Уважаемые друзья, сегодня работа парламента началась с встречи важного гостя. К нам приехал спикер польского парламента, выступил в парламенте с речью, поддержал нас в этой речи. Польша всегда была с нами в борьбе против вооруженного агрессора и продолжает это делать. И то, что сегодня спикер парламента сказал, для нас очень важно. Кроме того, продолжается работа над законами, и мы рассчитываем, что сегодня будет принят закон 9042 о поддержке детей, пострадавших от агрессии Российской Федерации. Я думаю, нет смысла говорить о важности этого закона, о том, что дети крайне нуждаются в поддержке государства. Будем надеяться, что закон зайдет в парламент, проголосуем его, и дети получат поддержку. Всем оставаться живыми, здоровыми, до новых встреч!